Всем привет, ребята! Сегодня мы находимся в Майнкрафте. Я снимал уже это видео, но оно, к сожалению, не запустилось. Я нажал на другой кнопку. Сегодня я покажу вам моего котика. Вот он. Вот она. Кровать, котик. Ладно, давайте посмотрим, что там. Мы всегда заходим, чтобы посмотреть, что там находится. О, сосед, а ты что, выпустился? Ты что, ты на прогулку ночную? Только ты? Читер. Это мой лучший сосед, друг. Это еще один наш сосед. А это профессионал. Профессионалы. Все профессионалы у нас, которые тут живут. Привет, профессионалы. Чё? Хотите номер? Потому что там есть кровать. А у вас тоже есть кровать. А ты что тут делаешь? Иди, не вращайся. Вы отошли в дом. Пошлите в дом. Все в дом. Ребята, все в дом. Житель, заходи в дом. А этому все нипочем. Этот тут находится, да? Да, ну погнали, теперь ночуем и продолжим. Я ехал к тебе домой. Все уже ушли спать. Вот, я ложусь тоже спать. Ух, с добрым утром, профессиональный. Уверен, что там жители живут. Так, мы погнали спасать их. Привет, соседи. А ты с дядей постучи, так откроешь? Угу. Так, ребята. Сейчас мы дадим. Должны кинуть так любых вещей, даже дома. А кто-то решил купить. Я решил покупаться в бассейне. Ну хорошо. Ну погнали, заходим к себе домой. Ребятки, у нас новичок. Кошатина. Вау. Сейчас мы тебя возьмем. Прикольный лосось. Вот он. Ура. Тебе еще не будет достаточно. Маленький котик. Маленький котик. Приучить, приучить. О, да, маленький котик. У нас уже их два. Ну, короче, сейчас мы заплатим жителю. А, точно, золотой блок я забыл. Привет, маленький. Привет. Привет.
посмотрим, как живет мой любимый сосед. Привет, сосед. Сосед. Сосед где? Не видели моего соседа, наверное, он того с 4 и где или тут находится. Или тут. Сосед. Сосед. Соседа, наверное, его точно нет. Вот тут. Сосед. Сейчас найдем. Он же читер. Может и так стереть. А так. Сосед. Сосед может быть тут не видит. Так что. А вот ты где. Вместе со своими. Кстати, ты загнал все-таки вот эту вот ламу. Да. Ну, молодец. А ты что? А мой сосед живет. Кажись, они там расстановку сделали, переехали. Ну, сейчас пошли, отдадим жителю, что мы хотели. Держи, житель. О, ну теперь можно идти купаться. Купаемся. Я ожидал какого-то такого-то пацана. О, профессионал, привет. Чё делаешь? Привет, будет. У меня ж нет денег, чтобы купаться. А, точно. Ой. Ой, я сейчас все исправлю. Так, сейчас я все исправлю. Сейчас я все исправлю. Сейчас я все исправлю. Вот. Все. Я уже почти накупилась. Смотрите, как я плаваю. Погружаемся и плаваем. Ладно, пойду. В аквапарк мы пойдем в следующей серии. Рыбин, ну мне понравилось. Сейчас мы пойдем опять на море, как каждый день. Каждый день мы идем вот сюда и смотрим. Купаемся. На море купаться по-классному. Главное не утонуть. Вот я. Кто быстрее переплывет берег, можно ловить. Давайте узнаем, что находится вон там. Ух, ладно, давайте сходим в наше любимое местечко. Лососи. Плавает-то. А мы как раз таки доплыли до нашего любимого местечка за освещением. Ух, когда-нибудь мы скопаем эти блоки, когда-нибудь мы возьмем двери и сможем выжить. Но пока что нас наверное, нас уничтожат эти морские чудовища. Вот они везде плавают, охраняют. Ну, этот плавает, больше тут никто не водится.
Ну, еще рыба водится. Вкусно. Думали, я вас не поймаю. Кто-нибудь из вас попадется на удочку. Ну, лосося легко поймать. Я понял. Туда мы поплывем точно в следующей серии. А пока что я с вами прощаюсь. Всем удачи. И пока что всем удачи. Всем пока-пока.